Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system. Сегодня 27 ноября, мы сейчас с папой едем в налоговую, потом я еду на учебу, и это еще один день, который вы сможете провести со мной. Ну как бы, чтобы вы понимали мои тетради по истории. За 9 класс, за 10-11 класс, за 7 по всеобщей, за 9 и 10 по всеобщей. Это искусство. Искусство за 6 класс. Я в школе. Это такой праздник, что каждый раз я прихожу и снимаю видео. Сегодня у меня история, МХК, мировая художественная культура, и также английский язык. Я по английскому сегодня еще сдаю тему, зачет про environmental issues, и потом встречаюсь с Дашей. Положение года на западном фронте концу войны. Ну откуда я это знаю? Мы карты такие делаем в 11 классе. Да, ну я не знаю, что это. Приятного аппетита! Спасибо! Я тоже сейчас буду есть. Это омлет с брокколи. Я буду рассказывать тему, которую мы учили. И сейчас поем. Это наш кабинет английского языка. Ну, по идее, еще кто-то должен затянуть. Да. Ничего подобного раньше никогда не было. Ну, и интересно, как у тебя такая культура, такой стиль, да? Как же без тебя-то влог может быть? Не знаю. Передай привет кому-нибудь. Привет, Настя. Сейчас еду навстречу к Даше и будем с ней обедать. По английскому я сдала зачет, и еще мы писали личное письмо на уроке по той же теме environmental problems. Уже пошел снег, я сейчас иду до остановки, оттуда до Азбуки Вкуса, потому что это ближайший магазин, и я хочу попробовать, у них новая линейка появилась, там и завтраки, и обеды, и ужины, и мне кажется, для школьных ланчей это просто очень крутая идея. Мне еще нужно будет выучить текст по немецкому и также написать эссе по истории, потому что у меня завтра репетитор. Вся вегетарианская линейка обозначена вот такими зелеными ценниками. Сейчас выберу, что хочу попробовать на учебу в виде ланчей. Мне нравятся вот эти стеллажи со здоровым питанием. Напишите в комментариях, пробовали ли вы что-то вот от этой фирмы, потому что я еще ни разу. Я уже дома. Я, если честно, очень была рада, когда я приехала, потому что, мне кажется, вот есть какой-то момент, когда ты устаешь уже быть в городе и среди людей. И моя последняя капля, мне кажется, была, когда я вызвала такси,
шел снег, и я думала, ну вот сейчас я как бы доеду, все спокойно до магазина. Просто таксист был, не понимал русский язык. Я ему звонила несколько раз и говорила, где я стою. И, короче, в итоге мне пришлось отменить поездку. С меня снялась полная сумма. Если у вас какие-то проблемы случаются с такси, знаете что? Всегда можно написать в службу поддержки, и в лучшем случае они ответят вам там в течение часа, как сделала я. И когда я приехала домой, меня ждала дома коробка, и я вам сейчас хочу показать, что там, потому что я недавно заказывала себе гранолу, семена чиа. Во-первых, я уже начинаю готовиться к сезону подарков, и поэтому заказываю всякие такие капучинаторы. Во-вторых, это гранола. Это, кстати, как подарок, очень прикольно. А еще один капучинатор тоже подарок. Семена чиа. И я в Флоридах вам сказала, что у меня закончилась матча. Поэтому я просто заказала себе еще новую матчу. С грушей будет чуть полегче об этом говорить. У меня сегодня чуть не случился нервный срыв, потому что когда на тебя наваливается много дел одновременно, мне нужно было получить ответ от клиента. И самое мое нелюбимое, когда ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Все, что тебе надо сейчас делать, это сидеть и ждать. А я сидела уже там в другой кофейне с ноутбуком, и вот я вот так вот сижу просто. Ну что ж, время прощаться. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте, что все в ваших руках. Я вот сегодня и в налоговую съездила, и поучиться успела, и уроки сделать. Потом с рекламодателем пообщаться, в магазин сгонять. И еще вот посылки получить. Видео снять. Короче, да. Не жизнь, а сказка. Спасибо вам большое за просмотр. Мы с вами увидимся в следующем ролике. Напишите в комментариях, что вы хотите увидеть на этом канале. Возможно, какие-то новогодние влоги. Возможно, видео про учебу. Возможно... Хотя, кстати, не знаю, есть ли смысл делать видео про учебу в конце года. Но посмотрим. Вот, так что. Я вас люблю. Мы с вами увидимся в следующем ролике.